Прекрасный денек снаружи. Птички поют. Какой прекрасный денек снаружи. Да, очень. Птички поют, цветочки благоухают. Такие дни, такие дети, как ты, должны гореть в аду. О, зрители опять выросли. Какого? Что? Это было быстро, Кать. Ну, первый этап ты прошла. Поздравляю. У тебя, конечно, одно хп осталось. Привет. Четырехглазый. Бадум ТС. Или ты хипстер? Что есть? Кушать? И, конечно, конечно, одно хп. Ну. Посмотрите, словить и прыгать вверх. Только чуть-чуть. Надо чуть-чуть нажимать. Поняла? Да. Ну, кушай, пока узнавай его новые атаки. Хорошо. Я не хипстер, у меня просто зрение такое вот. Блин. Еще можешь стороны оттяжать, не забывай. Я пока его атаки звук хочу. Звук погромче. Учить. Ну, сейчас мы сделаем. Подожди, сейчас, секундочку. Катя умрет. Спасибо. Тут лучше в центре стоять всегда. Тут лучше не двигаться на таких атаках. Да, потому что легче уворачиваться. Давай чуть громче звук сделаем. Так я сейчас умру. Так, людям нравится мегалование. Все, что людям нравится? Ну, песня эта. Ну, давай, умирай. В смысле, умирай? Спасибо! Он меня там прям верит! Вы съели стейк лицо, я убрал. Что делать? На платформочку прыгать. А, окей. Вот видишь? Ну, классно. А что, ты думал, что я буду просто стоять здесь на одном месте и принимать удары? Ну, конечно. А почему бы и нет, да? Оп, понятно. Надо быстренько все делать. Ну, я же только учусь. Начну с тебя. Оп, ясно. Понятно. Чтобы быстрее двигаться в левую сторону, надо подпрыгивать все время, чуть-чуть подпрыгивать. Поняла? Угу. Ладно, у меня мало хп. Отлично, сейчас массивная аномалия в пространственном временном континууме. Временные линии скачут туда-сюда, останавливаясь и продолжаясь. Я забыла поесть! Тут это довольно легкая атака. О, у тебя одно хп осталось. Так я не знаю. Чего ты наоборот к ним прыгаешь? Я не знаю. Так надо отпрыгивать. Ну и так нормально. Почти. Сухомятку вкуснее. Ладно, я же только учу. А как? Но перепрыгивать через косточки. А, ясно. Ну почти, да, так, почти. Ладно, это только начало, кстати, так. О, ну видишь, ну это атака легкая, потому что ну, просто напрыгать, и ладно, с ритмом сбиваться. Как ее проходить? Надо выбрать так, чтобы она совпадала? Ну, понятно. Да. Ну, просто прыгать и понемножку двигаться, и прыгать в какую-то эту дырку. Ладно, я сейчас уже все равно продую, поэтому... Ну, это твоя вина, не так ли? Пара-пара-пам-парарам! Парарам, пам-пам-пам! Ясно. Ну, ты довольно далеко дошла, да. Сколько подписчиков? Вы. Няхи, у меня вопрос. Вы женаты, если нет, то когда? Ну, никогда. Ну и мы не сильно поддерживаем всю эту, типа, тему. Женитьбу, да. Мы как бы считаем, чтобы жить вместе, можно и не жениться. Да. Окей.